связь не удержан, Балашов. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Можно вам предложение одно сделать? Ну, у вас лучше говорить. Можете у меня приобрести ящик серной кислоты? Что? Можете у меня приобрести ящик серной кислоты? Приносить. А почем вы у меня его купите? Что я у вас его? Почем купите? Или я могу на 2 пистолета обменять? На что можешь обменять? На 2 пистолета. На 2 пистолета хочешь обменять? Да. А что вы хотите обменять? Ящик серной кислоты на 2 пистолета. Что-что? Ящик серной кислоты хочу обменять на 2 пистолета ТТ. Ага. Ну или может другой марки. Главное, чтоб стрелял. Пистолет? Да. 2 пистолета. Так. А где вы живете, чтобы подъехать к вам посмотреть? Нет. Так дело не пойдет. Вы же меня арестуете и все. Я же знаю вас всех, поганцев. Ну вы приходите, обменяем. А улица какая у вас? Улица Голубинская, дом 6. А квартира? А зачем нам квартира? Ну, блатхата ты там или что у вас? Да у нас все здесь, все вместе. Да? Да. Ну так будете брать ящик серной кислоты? Конечно будем. А для каких целей он вам нужен? С какой вы целью интересуетесь? Ну просто интересно, на какое доброе дело пойдет это вещество. Ну я же не спрашиваю, на какое доброе дело у вас пойдет пистолеты. На очень доброе. Ну вот, и серная кислота тоже у нас пойдет на доброе очень дело. На какое? На очень доброе. А я вот хочу изучать пистолеты просто, а не стрелять из них. Вот, и мы будем изучать серную кислоту. Вы мусора. Же не химики, вы мусора просто. Ну будем изучать, мы должны все знать. И, во-первых, мусора, сотрудники милиции. Сотрудники чего? Сотрудники. Мусарни. А... Нет, вы скажите, куда мы нам подъехать? Мы подъедем. А тачку дадите покататься? Любую, на выбор. Какую? Любую, на выбор. Можно Мерс? Любой каприз за ваши деньги. У меня много денег. Ну, все, значит, тогда разберемся. А сколько вы стоите вообще, чтоб там целый автобус ментов заказать? Ты едешь, мы тебе закажем здесь. Ну, зачем мне... Я с ним дежурный. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно у вас поинтересоваться? Попробуйте. Как вы относитесь к межпланетной войне? Отвратительно. А почему? Ну, а что там хорошего? Меня сегодня просто ночью похитили 3 инопланетянина на машине с мигалкой. Угу. Вот. Угу. Представляли пистолет к виску. Да вы что? Да. Это же безобразие. Да, я посмотрел их удостоверение, и было написано то, что, ну, ОВД Яснева. Да вы что? Да, я пробил номерок через свои связи, вот, и хочу добиться сейчас тех 3 мусоров поганых. Ну, вы, во-первых, выбирайте слова, кого? Которыми вы сейчас разговариваете. Как, я нормально говорю? Ну, ненормально. Яснева дежурный. Женщина, вы зачем бросили трубку, не договоря с нормальным человеком? Вы очень плохо просто разговариваете. Я, я очень культурно разговариваю. Я культурно разговариваю, вы понимаете? Культурно разговаривать, звоните. Я с него дежурный. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый раз как будто не видна мусора. Красивая песенка? Очень. Про вы ее давно репетировали? Нет, про мусоров в песне. А давно репетировали? Нет, не давно, а недолго. Недолго? Да, у вас проблемы с русским языком, значит, женщина. А у вас память очень хорошо, молодой человек. Да. Да. Я очень рада за вас. Я же не мусор. Я очень рад за вас. Вы теперь позвоните на радио, и там я вспомню. А я пытался дозвониться, там не берут трубку. Не берут трубку. Да. Дайте, пожалуйста, дядьку, который любит слушать мои песни. Он пока отошел. Куда? Какая Дрочить? Вам какая разница? Большая. Вы разговариваете. Очень плохо. Вот у вас с русским как раз таки проблемы. Научитесь разговаривать. Я культурно разговариваю. Я знаю, придет тот единственный час, и счастье когда-нибудь вспомнит о нас,
и к нам приплывут тысячи кораблей из дальних морей. Но как? Вот это лучше. И мы непременно на них уплывем в то место, где мы никогда не умрем, где кончится время людской суеты и всюду цветы. Ну как? Ну продолжайте, продолжайте. А все, конец. Пускай дяденька послушает. Вам связь на громкую поставить, чтобы дяденька послушал, да? Нет, мне надо, чтобы он сам трубку взял. Он оценил мое пение. Хотят, чтобы или молодого человека пение. Лучше начальника отдела, давай сейчас позовем. Да, давайте начальника отдела. А может начальника отдела позвать, правда? Да мне хоть кого. Хорошо, сейчас, минуту. Я с него дежурный. А почему трубку? Да, минуту, минуту, идет, он идет. Нет, дайте вот того дежурного, который мужчина, дяденька добрый. Алло, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, придет тот единственный час, и счастье когда-нибудь вспомнит о нас. Я очень рад с вами. Да, и к нам приплывут тысячи кораблей из дальних морей, и мы непременно на них уплывем в то место, где мы никогда не умрем, где кончится время людской суеты. У вас очень большой талант. Спасибо большое. Я вам перезвоню в 02. Когда? Скоро. Ху-ху. Всего доброго. О, до свидания.